Thank you.
간다고 이거. Thank you.
up! Я не угрожаю вам, милорд. Я просто проходил мимо.
Имейте в виду, мы вам не доверяем. Найн, похоже, мы напрасно тратим время. Прочь отсюда, враг Рейха! Надеюсь, вы умрете достойно. Thank you.
буду говорить только на языке стали. Кайзер будет гордиться моей победой.
Наш спор разрешит только сталь мечей. Шубадак, взгляните, какой товар. Thank you.
Не только вы находите меня. Приветствую вас, милорд. Наши народы могли бы быть гораздо ближе друг к другу. Приветствую вас, милорд.
Наши народы могли бы быть гораздо ближе друг к другу. Не только вы находите меня привлекательной. Да, Святое Евангелие проповедует мир, но война за веру – святая война. Ибо сказано было также: «Не мир принес я вам, но меч». Его святейшество Папа Римский объявил крестовый поход, дабы изгнать неверных из святой земли и отвоевать гроб Господень. Пришло время, когда христиане должны забыть обо всем, что их разделяет, и выступить под единым знаменем, знаменем Святого Креста. Вместе они отвоюют святую землю или погибнут.
Наши народы могли бы быть гораздо ближе друг к другу. Надеетесь, что кайзер вам все простит? Кайзер бессмысленно и бесполезно. Приветствую вас, милорд.